Всем привет! Сегодня я хочу рассказать вам про 10 дорам, в которых снялись айдолы. Ну что ж, поехали! Только между влюбленными. Дорама с Ли Джун Хой с 2PM. Хан Мун Су – талантливый архитектор, подрабатывающий изготовлением макетов зданий в конструкторских бюро. На ее плечах ежедневная работа о небольшой частной бане и матери, любящей выпивку. От некогда дружной семьи девушки остались обломки. Отец и мать уже давно не живут вместе и находятся на грани развода. Единственная поддержка и отдушина Мун Су – ее подруга, прикованная к инвалидной коляске. А еще душу девушки гложет чувство вины в гибели младшей сестры и ужасные подробности той трагедии, которые затронули ее саму. Ли Ганду – разнорабочий, перебивающийся случайными заработками и не брезгующий участием в сомнительных предприятиях. Находясь в постоянном поиске денег, он то и дело сталкивается с несправедливостью, с которой пытается активно бороться, далеко не всегда выходя из этой схватки победителем. Изо всех сил пытаясь помочь своей младшей сестре, работающей в интернатуре большой столичной больницы, Ганду живет в трущобах, отказывая себе во многом. Озлобленный на действительность, заносчивый, готовый в любую минуту дать отпор, в прошлом он пережил глубокую травму, последствия которой до сих пор тревожат его. В этой драме эти двое сталкиваются волей судьбы, которая уже сводила их вместе 12 лет тому назад. Каждый из них помнит эту встречу по-своему, но гибкая память часто старается избавиться от подробностей и ужасных событий, чтобы дать возможность человеку выжить. Их свела вместе крупная техногенная авария, обрушение огромного торгового центра, в результате которого погибло 48 человек. Именно тогда умерла младшая сестра Мун Су, а сама она оказалась погребенной под обломками здания. Именно тогда Ганду получил травму ноги, насквозь проткнув ее куском арматуры. И именно после этого он потерял обоих своих родителей, становясь опекуном своей сестры. Пьющие в одиночестве. В этой драме снялись Гон Мён из Surprise и Ки Шайни. Зачем люди пьют спиртное? У каждого своя причина. Несчастная любовь, чрезмерная нагрузка на работе, невезение в личной жизни, проблемы с бизнесом. И каждая из этих причин кажется человеку наиболее сложной. Не без проблем проходит жизнь у преподавателей престижной академии в Сеуле. Ведь не зря они частенько заглядывают в пивные бары, стараясь в бокале с пивом или вином утопить свои невзгоды или найти ответы на сложные жизненные вопросы. Не чуждо желание расслабиться с помощью спиртного известному профессору Джи Чон Соку. С таким трудом и за огромные гонорары, доставшемуся Академии в этом году. Высокомерный и заносчивый преподаватель даже в этой маленькой радости для души умудряется найти способ проявить свою индивидуальность. Ведь ведется строгий учет каждой выпитой капли пива. Не зря коллеги зовут его за спиной высококлассным мусором. Настолько он непревзойденный профессионал и некоммуникабельная личность одновременно. Им сложно понять, что Чон Сок просто не желает подстраиваться под кого-либо, что обязательно в шумной компании. Оставаясь наедине с бокалом пива, он не слушает глупые излияния подвыпившихся товарищей, не торопит напиться в угоду им и уж точно не старается поддержать развеселое балагурство, вынуждая себя улыбаться в ответ на глупые шуточки начальства. Приход Чон Сока в академию совпал с первым рабочим днем преподавателя корейского языка Пак Хана. Женщина сразу не понравилась самовлюбленному мужчине. Слишком услужливой и добросердечной она казалась. Совершенно не соответствует его понятию хорошего специалиста. Их знакомство и необходимость видеться ежедневно на работе становится испытанием для обоих. Испытанием до тех пор, пока они не узнают, что в кое в чем их мнения совпадают. Они оба любят выпить в одиночестве. Моя дико намская красотка. Здесь тоже снялся Ину из Астра. Кан Мирэй – первокурсница международного университета. Девушка, привлекающая внимание к себе безупречной внешностью, отличается скромностью и робостью. Ей непривычен повышенный интерес студентов, видящих в ней своеобразного кумира. Этому есть вполне логичное объяснение. Совсем недавно у Мирэй было совсем другое лицо, которое приносило ей в школьные годы много страданий. Отличаясь крайней непривлекательностью, девушка вызывала поток издевок и насмешек от своих одноклассников. Но это не мешало ей быть целеустремленным человеком и лучшей ученицей. Обладая избыточным весом, она преодолела себя и сбросила лишние килограммы, превратившись в стройняшку. Но лицо ее по-прежнему оставалось поводом для регулярных издевательств. Присытившись подобной жизнью, она при поддержке своей матери решается на ряд пластических операций, в результате которых становится совершенно иным человеком, настоящей красавицей. Но достигнув своей мечты и полностью изменившись, Мирэ все равно не чувствует себя комфортно. Теперь поводом для беспокойства становится ее идеальная внешность. Ведь каннамская красавица, так в Корее называют девушек, перекроивших свое лицо. Это ничуть не лучше, чем вызывать смех и презрение своим уродством. Влюбившийся поначалу в девушку старшекурсник и одновременно куратор группы первокурсников оказывается втянутым в хитрые сети интриг и проникается к Мирэ чувством глубокого
глубокой ненависти. Провоцирует подобное отношение другая звезда всех студентов – красавица Суа. Прикидываясь доброй, откровенной и простой, та навязывается в подруге к Мирей и всячески портит ей жизнь, прикрываясь доброжелательным отношением к своей новой подруге и всем окружающим. А ведь все так просто. Среди новоиспеченных студентов есть один, служащий объектом поклонения и восхищения. Это холодный красавчик До Кён Сок, сын конгрессмена, богач. Суа, строящая из себя ангела, влюбляется в Кён Сока, но на ее пути становится интерес самого молодого человека к Мире. В ней, даже несмотря на кардинальные изменения во внешности, благородный красавец узнает ученицу старшей школы, с которой они вместе учились. С первых дней пребывания в студенческом кампусе он опекает Мире, защищает назойливых приставаний. Становится ясно, что далеко не все современные молодые люди ставят во главу угла миленькую внешность. Есть и те, которые смотрят и видят гораздо глубже. Ведьмина любовь. Здесь снялся Хон Бин из Викс. Оказывается, ведьмы существуют. Они живут среди нас, смешавшись с толпой, но неизменно отличаются каким-нибудь талантом. Так молодая девушка Чо Хон и ее две бабушки умеют замечательно готовить. У них свой небольшой бизнес, уютный ресторанчик под названием «Рисовый суп». Еда здесь такая вкусная, что просто невозможно устоять и не заказать еще одну порцию, и на следующий день не прийти сюда вновь. У двери ресторанчика всегда длинная очередь посетителей. И даже то, что по своей прихоти владельцы закрывают свое заведение ровно в 6 вечера, не влияет на востребованность этого места у клиентов. Ведьмы живут тихо и спокойно, чтут свой ведьминский кодекс, скрывая способности от посторонних и абсолютно никого не подпуская близко к своей жизни. Они готовят еду, пользуясь магией, и именно поэтому суп здесь такой вкусный. Однако Чо Хо хочется чего-то большего, чем безоблачное существование. Ее душа жаждет любви. У нее есть парень, который работает менеджером в банке, но планы его не бескорыстны. Он встречается с девушкой, потому что та является наследницей владельцев прибыльного ресторана. Банковского служащего интересуют лишь деньги, а не сама Чо Хо. Девушка витает в облаках и каждый свой день старается построить так, чтобы пройти мимо высоких окон банка, чтобы увидеть своего возлюбленного. Бабушки категорически против чувств Чо Хо, предрекая ей страдания и разочарования, ведь все люди так неискренне и ненадежны. А тем временем молодой перспективный директор крупной компании Масанте разыскивает странный дом с окнами в виде ромбов, с которыми у него связаны мрачные детские воспоминания. И после долгих поисков наконец находит его. Здание оказывается тем самым строением, где располагается ресторан «Рисовый суп» и живет троица ведьм. Масанте оформляет право собственности на этот дом, ведь, как оказывается, законный хозяин здания уже давно умер, а старушки вместе с Чо Хо не имеют на дом никаких прав. Объявив о своем намерении устроить в доме все по своему усмотрению, Сонте предлагает владельцам ресторана заплатить умопомрачительную сумму – 100 миллионов вон залогов плюс 20 миллионов вон каждый месяц аренды. Ведьмы пускаются в поиски денег, но не так-то легко отказывается найти такую сумму. К тому же Чо Хо, обратившаяся за помощью к своему парню и рассказавшая ему все подробности своей ситуации, оказывается брошенной им. Теперь, когда молодой человек узнает, что его бывшая невеста не имеет ничего за душой, она оказывается ему не нужна. Позже Чо Хо застает сцену измены своего бывшего парня со скандальной хозяйкой забегаловки. Сердце девушки разбито, семейный бизнес под угрозой, а тут еще этот новый владелец со своими требованиями. Хваран. Начало. Здесь просто собран букет из прекрасных айдолов. Пак Хён Шик из Зеа, Мин Хо из Шайни и Ту Хён из BTS. 10 век истории Кореи. Времена короля Джунхёна. Он вступил на престол в 15 лет и стал одним из величайших царей Сила, ответственным за расширение ее территории и создание основы для последующего объединения королевств. Дорама рассказывает об ученых воинах эры Сила, которых называли хваранами, так как они были известны своей красотой. Мумён, которого играет Пак Со Джун, легендарный хваран, который хочет прожить жизнь без сожалений, как собака и свободно, как птица. Аро, которую играет Гуара, обладает яркой индивидуальностью. Ее родители имеют разные социальные статусы, благородного и низшего класса. Хотя девушка относится к простолюдинам, ее поведение такое же уверенное и достойное, как у любого благородного человека. Сам Мэг Джон, которого играет Пак Хён Шик, вынужден скрываться ото всех и поэтому никому не доверяет. Он очень чувствителен и раздражителен, но после встречи с Аро начинает меняться. То, что началось из-за любопытства, вскоре становится долгой любовью. Сухо, которого играет Мин Хо, многие знают как плейбой, но на самом деле он романтичный парень, который очень любит одну женщину. Пан Рю, которого играет Ду Чжи Хан, является хладнокровным хвараном, получившим политическое образование. Он очень амбициозный и с детства жаждет обладать властью. Со своей привлекательной внешностью, интеллектом и сильной конкурентоспособностью, когда дело касается любви, он холоден как лед. Йо Уль, которого играет Чо Юн У, загадочный персонаж, который неожиданно много выражается нецензурной лексикой. И Хансон,
которого играет Ким Тэхён. Очень милый молодой человек, такой же теплый, как солнечный свет. Он самый младший из шести, и именно он продемонстрирует очарование и боль юности. Школа 2017. Здесь снялась Ким Сэ Джун из группы Гугудан. Райан Хо – старшеклассница, занимающая по успеваемости 280-е место среди 310 учеников. А еще она рисует вебтуны и тайно влюблена в парня из колледжа. Однажды в поисках вдохновения для очередного вебтуна девушка оказывается не в том месте и не в то время, и сразу же оказывается в категории проблемных учеников. И на этом ее неприятности не заканчиваются. Лучший хит – дорама, в которой снялся Эну из «Астра». Восходящая звезда 90-х Юн Хён Дже, популярный и талантливый солист группы J2, внезапно пропадает без вести. Фанаты в шоке оплакивают его возможную кончину. Однако певец загадочным образом переносится в 2017 год, где все так сильно изменилось, люди, которых он знал, стали взрослей. Окружающий мир, нравы и вкусы людей поменялись. Кто из них помнит восходящую звезду прошлого? Когда-то Хён Дже называли человеком, опережающим свое время. И, возможно, именно здесь ему суждено написать свой лучший хит. Судьба сводит парня с Ли Джи Хуном, мечтающим стать айдолом, и его подруга Чхвил Сын, студентка с сильным характером. Вместе они откроют новые горизонты для творчества. Железная леди, когда кончается шоу. Здесь снялся Мин Хёк из B2B. Эта драма поведает историю одной молодой женщины, у которой ежедневная жизнь представлена в двух совершенно разных, кардинально отличающихся образах. Если днем вы сможете узнать ее в обычном офисном работнике, то по вечерам героиня неожиданно становится настоящим бойцом. Золушка и четверо рыцарей. В этой драме снялся Ли Джон Шин из Син Блю и Сон А Ын из Эй Пинк. Молодая и жизнерадостная Хавон, несмотря на то, что живет со злой мачехой и сводной сестрой, не падает духом. Отца практически не бывает дома, помощи ждать неоткуда, но девушка упорно трудится на нескольких работах, чтобы скопить деньги себе на университет. Однажды ей подвернулся шанс подзаработать. Все, что требовалось, так это притвориться невестой одного избалованного и самодовольного юноши Кан Хён Мина, наследника богатой семьи. Однако дело вышло из-под контроля, и Хавон прилюдно поставила его на место перед дедушкой. Это происшествие сыграло для Хавон хорошую службу. Она получила предложение от президента крупной корпорации присмотреть за его тремя внуками, в числе которых был и Кан Хён Мин. Задачка не из легких, девушке нужно было не просто жить с ними в одном доме, но и постараться помирить. Однако отсутствие крыши над головой и необходимость денег заставили Хавон согласиться. Но было одно самое главное условие – никаких романтических отношений между ней и ребятами быть не должно, иначе сделка расторгается. «Все в порядке – это любовь». Здесь снялся Дио из EXO. Молодая девушка-психиатр Хэсу привыкла ставить всем диагнозы, не исключая себя. По ее мнению, она страдает тревожным расстройством и боязнью близости. Одним прекрасным вечером ей посчастливилось участвовать в одном телешоу со своим любимым автором бестселлеров Чон Джи Йолем, который 2 года назад подвергся нападению. Впечатление о нем у девушки сложилось не самое хорошее, а вот она, наоборот, заинтересовала писателя. Последующие события позволят главным героям узнать друг друга получше. Если вам понравился подобный формат, ставьте большой пальчик вверх и подписывайтесь на канал. С вами была Мисс Райт. Пока-пока!